Новый год, новые тарифы за услуги ЖКХ. Повышение пройдет в два этапа, в январе и в июле. Сколько придется платить за коммуналку в нашем материале? Тариф на электроэнергию для горожан поднялся на 5 копеек, для сельских жителей – на 3. В июле цены вырастут на 6,4 копейки соответственно. Итоговая сумма в квитанциях за услуги ЖКХ будет равна 3 рубля 36 копеек или 2 рубля 35 копеек. Стоимость кубометра газа увеличится сначала на 9, затем на 11 копеек. Поднимется плата и за вывоз мусора. С января 2019 года с ростом 1,7 данный размер платы составит 75 рублей 70 копеек. Связано это изменением ставки, только ставки НДС. Со второго полугодия размер платы 76 рублей 90 копеек с ростом 1,6%. Такой тариф не устраивает сельских жителей. Мусора из районов вывозят немного, а сумма в квитанциях набегает порядочная. Сегодня мы анализируем численность и выводим на среднюю цифру, которая по факту сложилась по итогам 3 месяцев. По этим результатам наше предложение будет применить какой-то понижающий коэффициент для индивидуального жилищного сектора. Осуществляется замер фактических объемов вывоза. Рост тарифов на воду составит 1,4%, тепло – 1,6%. С июля эти услуги вырастут еще на 2%. Все изменения контролируются правительством страны и не выходят за установленные рамки. На адресную поддержку в сфере ЖКХ из бюджета республики направят 300 миллионов рублей. Все установленные выплаты Минтрудом Чувашской Республики будут осуществляться своевременно и в установленные сроки. Возмещение затрат на все эти виды субсидий и компенсационных выплат будут осуществляться только при отсутствии задолженности. Татьяна Леонтьева, Павел Рядков, Республика.